أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемые мусульмане, дорогие братья, Альхамдулиллах, вся хвала Всевышнему Аллаху и салат, салам нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, научившему нас, как воздать хвалу Всевышнему Аллаху. Благословение и приветствие нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и всем, кто последует им до наступления судного дня. الحمد لله حمد الشاكرين الذي جعل العاقبة للمتقين. خلا سيشنمو الله كتوري وسفلاو и восхваляет благодарных своих рабов и который дарует счастливую кончину только своим богобоязненным рабам. لقد تفضل الله علينا بالنعم وحثنا على شكرها. فإستني سيشن الله помиловал нас, даруя нам больших ни'матов, большие блага, и Он же побуждает нас, чтобы мы всегда и постоянно выразили благодарность за дарованные нами ни'маты, будто этими ни'маты скрытыми или явными. وَجَعَلَ شُكْرَ قَيْدًا لَهَا وَسَبَبًا فِي زِيَادَتِهَا. Поистине выражение шукру, благодарности, гарантирует увеличение последующих ни'матов. Зная о высокой степени даража шукру, Иблис, алейхи лана, использует все свои методы и хитрости только для того, чтобы люди отдалялись от благодарности. Фалида фаямбаги алал мукмини алла ясуддаху Иблис ан шукри Раббихи. Поэтому мукмину, верующему человеку, следует желательно, чтобы он не давал себя обмануть шайтану Иблису, наоборот, чтобы он был аякуна хамидан шакиран дакиран, чтобы он был восхваляющим Аллаха, делающим шукру, упоминающим Всевышнего Аллаха. И это получается, и это осуществляется, используя все того, для чего Аллах создал. Используя все ни'маты в своих местах, для чего Всевышний Аллах создал. Всевышний Аллах одарил нас бесчисленными количеством благ ни'матов. Если же мы не хотим лишиться этих ни'матов, если хотим, наоборот, умножение этих благ, то нам следует быть благодарными Всевышнему Аллаху за дарованный нам ни'мат. То есть выражать шукру Всевышнему Аллаху. Некоторые полагают, что выражение шукру достаточно всего лишь словами. Сказать словами «Альхамдулиллах», конечно, этого недостаточно для выражения шукру, этого выразить словами недостаточно. Согласно шариату, благодарность Всевышнему Аллаху выражают определенным образом. Во многих аятах Корана говорится о шукру. Это свидетельствует о значимости и ценности его проявления. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: «Бисмиллахи ррахмани ррахим». وقد جعل الله شكر مفتاح كلام أهل الجنة. Что Всевышний Аллах сказал, что первыми словами обитателей рая будут слова благодарности, слова шукру. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده. Они скажут: хвала Всевышнему Аллаху, который дал нам праведное обещание, который дал нам праведное обещание. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. И их молитвы будут завершаться словами хвала Всевышнего Аллаху. وروي عن عطاء أنه قال. Однажды рассказывают, что Ата пришел к Аише رضي الله تعالى عنها и спросил ее, что же самое удивительное из увиденного тобой. أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Посланника и Аиша رضي الله تعالى عنها заплакала, а потом сказала: وأي شأنه لم يكن عجبا. Разве что-то связанное с пророком صلى الله عليه وسلم может не быть неудивительным.
Однажды ночью Атани Лайлятан Фадахала Маи Фи Фираши. Однажды ночью он пришел ко мне и лег со мной, и моя кожа прикоснулась к его коже. Он сказал: «Я бинта Аба Бакрин, о дочь Абу Бакара, позволь мне делать ибадат, поклоняться моему Господу». Я ответила: «Поистине я хочу, чтобы ты был рядом со мной, но твое желание для меня важнее». Я разрешила ему, он стал, чтобы совершать омовение, и совершил омовение, не проливая слишком много воды. Тумма кама юсалли, потом он стал на молитву, она и начал плакать. Фабака, тумма кама юсалли, потом он стал на молитву и начал плакать, так что слезы его потекли по груди. Тумма рака фабака, затем он совершал руку, снова плакал, потом он поднял голову и снова плакал. Тумма саджада фабака, потом он сделал земной поклон сужда и заново плакал, продолжал, так он продолжал все время, пока не пришел Билял и не сказал, что настало время утренней молитвы. Факульту и Аиша, ради Аллаху Та'ала Анха, продолжая рассказать этот хадис, говорит: «Факульту ма юкик, вакад гафар Аллаху ма тагаддама мин дамбик ва ма тааххар». Я сказала: «Почему ты плачешь? Весь Всевышний Аллах простил все твои грехи, и прошлые, и будущие». Он ответил: «Афаля акуну абдан шакурам, а разве я не должен быть благодарным рабом?» Когда, как мне не делать этого, когда Всевышний Аллах в Священном Коране испослал аят «Бисмиллахи рахмани рахим»: «Инна фи халки ссамавати валь ард, вахтилафи лайли валь нахар». Воистину, сотворение небес и земель заключены, то есть заключается знамение аламати Всевышнего Аллаха. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْبُكَاءَ لَا يَنْقَطِعُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْقَطِعَ أَبَدًا. И это говорит о том, что плач никогда не должна прекратиться. И на эту тайну указывает поведение об одном пророке, عليه السلام, أَنَّهُ مَرَّ بَعْضُ الْأَنْبِيَاءِ بِحَجَرٍ صَغِيرٍ يَخْرُجُ مِنْهُ مَاءٌ كَثِيرٌ فَتَعَجَّبَ مِنْهُ. Однажды он, то есть пророк, алейхиссалам, проходил мимо маленького камня, из которого выходило много воды. Это пророк, алейхиссалам, удивился. Тогда Всевышний Аллах дал камню способность разговаривать, и тот сказал: «Мунду самиту Аллаху Та'ала, бисмиллахи рахмани рахим, акуду ан-нас валь-хиджара». После того, как я услышал следующий аят: «Топкой которого является огня, являются люди и камни», и этот камень говорит: «Я плачу от страха». Тогда этот пророк, алейхиссалам, фасаал Аллаха ан юджирау мин ан-нар фааджарау. Тогда этот пророк, алейхиссалам, просил Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах не дал этому камню попасть в огонь. Через некоторое время этот же пророк, алейхиссалам, увидел тот камень в таком же состоянии и спросил: «Из-за чего ты плачешь сейчас?» Этот камень ответил: «Тот был плач страха, а это плач благодарности, то есть плач шукру». وَقَلْبُ الْعَبْدِكَ الْحِجَارَ أَوْلَشَبْدُ قَسْوَ. И сердце раба подобно камню, может быть, она еще твердой, и она смягчается только, если плакать от страха и от благодарности. فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ كَيْفَ أَصْبَحْتَ. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал одному человеку: «Как твои дела?» Как мы спрашиваем друг друга, как ты и как твои дела, так и пророк, алейхиссалату вассалам, однажды спрашивал одному человеку. Тот отвечает: «Хорошо». Он, пророк, алейхиссалату вассалам, повторял свой вопрос, пока тот на третий раз не ответил: «Хорошо, за что я благодарю Всевышнего Аллаха, за что я выражаю благодарность Всевышнему Аллаху». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, этот момент говорит: «Хада ллази арадту минка», это и была нужна от тебя.
Однажды группа людей пришла к Умару ибн Абдул-Азизу, фа-кама шабул ятакаллама, один юноша стал, чтобы говорить, начал говорить, и Умар ибн Абдул-Азиз сказал, когда тот юнош начал говорить, аль-кибар уль-кибар, старшинство, старшинство, тогда тот юноша сказал, я амир аль-му'минин, о амир аль-му'минин, если дело заключалось в возрасте, то среди мусульман нашлись бы люди постарше тебя. Он сказал, такаллам, Умар ибн Абдул-Азиз тогда сказал, такаллам, говори. Тот юноша сказал, мы пришли не жаловаться и так далее, мы пришли только всего лишь благодарить Всевышнего Аллаха, и эта благодарность выразить перед тобой. То есть эти люди, группа людей, решили, преодолевая большое расстояние, приходить к Умару ибн Абдул-Азизу и официально выразить шукру Всевышнему Аллаху. От этого вышесказанного мы понимаем, что мы обязаны всегда и постоянно выразить шукру, говорить «Альхамдулилля», также следовать по этому шукру. «Альхамдулилля, всякая хвала Аллаху». Мы знаем, что мы читаем сура «Аль-Фатиха Аль-Хам», и сура «Аль-Фатиха Аль-Хам» начинается со слов «Альхамдулилля, хвала Аллаху». И это что говорит? Это говорит, что сам Всевышний Аллах воздает хвалу. С какой же целью Всевышний Аллах воздает себе хвалу? Тем самым Всевышний Аллах дал творениям знать о своем величии, о своем кудрате, превосходстве, всемогуществе и о том, что он достоин истинной хвалы. И о том, что он достоин, чтобы мы поклонялись ему и выразили шукру. То есть Всевышний Аллах повелел, делал амру творениям воздавать хвалу себе и научил их, как этого делать. Способы восхваления Аллаха, разновидности шукру являются первым. Это воздаяние хвалы словами, то есть словесное восхваление. Это восхваление, которое сам Всевышний Аллах восхвалил и который довел до своих творений, до своих халка махлухата через пророков, через устами пророков. Это хам, это шукру хвала, которую творение воздают устами, говоря «Альхамдулилля, всякая хвала Всевышнего Аллаху». И это то, что мы можем и должны всегда выразить. Второй способ этого воздаяния хвалы – хвала воздается совершением добрых деяний, соблюдением соответствующих шурутов, условий и желанием всего лишь получить всего лишь довольство Всевышнего Аллаха. Если спросить, что такие шурутки, то это определенные условия, которые мы должны соблюдать. Эти условия установлены шариатом. Например, при совершении намаза, соблюдении поста, раздаче садака, совершая джамаат намаз, деяния амали, совершенные без соблюдения шурутов, без соблюдения условий, хотя и кажутся совершившему их благими, на самом деле они пропадают, оказываются бесполезными. Что же получится, если под видом раздачи садака снискать милость Всевышнего Аллаха, снискать баракат Всевышнего Аллаха, раздать деньги компании пьяниц или угостить их закуской, то кто это сделал, понесет наказание на этом свете и на том свете. Если добрые деяния амали, совершенные на показ рия, чтобы об этом распространился слух сум'а, чтобы приобрести уважение людей, чтобы люди уважали его, и чтобы люди говорили про него, то судный день Аллах, Всевышний Аллах, велит этому человеку, чтобы он получил вознаграждение у тех людей, ради которых он их совершал. Награждение у тех людей, ради которых он совершал. Поэтому деяния амал мусульманина должны быть чистыми, совершенными только ради Всевышнего Аллаха. От этого вывод, добро надо творить сознанием дела, а тому, кто не знает, следует спросить у знающих. Да поможет Всевышний Аллах совершать все добрые деяния с ихласом, с искренностью. Обязанность воздавать хвалу Всевышнему Аллаху, как описано выше, это не ограничивается только на словах. Как описывается выше, возлагается на каждый орган тела человека и в каждом состоянии, каждый миг
так как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Хвала Всевышнему Аллаху в каждом состоянии, каждой лахзе, каждом мгновении». Воздание такой совершенной хвалы возможно не иначе, как при использовании каждого органа для того, для чего Аллах его создал. Например, язык, как мы знаем, создан для чтения Кур'ана, научных ильм, книг, поминания Аллаха, то есть для благих речей. Они не созданы для произношения лжи, они не созданы для произношения гибата, бултана. Глаза, руки и уши даны нам, чтобы мы смотрели на благое, слушать благое, творить благое. Ноги даны, чтобы ходить по делам благим. Другими словами, ноги даны, чтобы глаза даны, чтобы смотреть на Коран, хадисы, научные ильмы, книги, уши, чтобы слушать это, руки, чтобы использовать их, добивая дозволенный халал, материальные блага. Ноги даны нам, чтобы мы добирались до мечети, совершать коллективные намазы, посвящать умерших и живых по другим благим делам. Эти органы Всевышний Аллах дал нам не для использования в запретных целях, харамах, противоположных тем, о которых мы упомянули. Использование каждого органа под предписанному Всевышним Аллахом, это является закат. Это является закат, своего рода закат с каждого органа использования этого заката. Что касается третьего способа воздавать хвалу Всевышнему Аллаху, то это воспаление халом, состоянием, она осуществляется по мере очищения сердца и души знаниями, ильмами и деяниями, соответствующими знаниями и деяниями, соответствующим приближением своих качеств, качествам Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах через пророков повелел людям, чтобы люди стремились сделать свои качества схожими, похожими с его качествами. Аттана из видов благодарности является аттана. Это означает, это слово заключается в воздании хвалы Аллаху, признавая его кудрат, величие и превосходство. Затем ашукру. Шукр – это смысл заключается в воздании хвалы Аллаху, используя данные им блага по назначению, используя каждый орган для того, для чего Всевышний Аллах его создал, как об этом было сказано выше. Затем аль-матху. Смысл этого слова заключается в воздании хвалы Аллаху устами за его ни'мат и блага, подобно тому, как мы хвалим кого-то за его добровольные благие деяния или за его щедрость. Как мы говорим, вот такой щедрый он. Все эти три формы восхваления Всевышнего Аллаха содержат выражение «Альхамдулилля». Иными словами, выражение «Альхамдулилля» включает в себя смысл всех трех вышеупомянутых слов. Воздать Всевышнему Аллаху истинную хвалу, которая включает смысл этих слов, мы не можем этого делать. Эта хвала не та хвала, которую мы воздаем. Мы воздаем хвалу Всевышнему Аллаху, следуя таклида традиции. Это формальная маджаз хвала. Когда ночь вознесения Миъраж, наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Всевышний Аллах сделал амру повеление, получил амру от Аллаха повеление воздать хвалу. Он сказал: «Ла ухси санаан алейк», невозможно воздать тебе хвалу. Затем, следуя амру Всевышнего Аллаха и подчеркивая свой статус убудия, добавил: «Анта кама атнайта аля нафсик», ты такой, как сам себя восхвалил. То есть никто не может и никто не в состоянии воздать подобающую хвалу, кроме него самого. Мухаммад Хусейниев из Хиатли в своем книге Маулида, описывая формы восхваления Всевышнего Аллаха, говорит: «Ты тот, кому невозможно воздать хвалу иначе, как ты сам научил этому». Слова этого мубарака
Мухаммад Хусейни Изхиатли полностью выражает бессилие творения понят величия и воздат достойный ухвалу Всевышнего Аллаху. Нет ничего более нужного для мусульманина, чем осознание и признание своего бессилия воздат истинный ухвалу Всевышнего Аллаху и исполнят должным образом другие амры, авамири, возложенные на него обязанности. Это признание является результатом, плодом знаний и соответствующих знаний. Всякая хвала Аллаху, поскольку это очень ценное и великое слово выражение, которое Всевышний Аллах любит, стоит нам почаще произнести его и выразить, тем самым выразить шукру Всевышнего Аллаху. Обратите внимание, как Всевышний Аллах наделяет пропитанием риской все живое, сколько усилий затрачено для того, для пользы творений, для сохранения их жизни, к примеру, сколько всего сделано, чтобы дать людям пищу, питье, одежду. Если не будет дождя на земле, ничего не вырастет, источники, ручьи и реки высохнут, и сохранится ли тогда жизнь, не погибнет ли все живое. Обратите внимание и на то, как Всевышний Аллах создал людей, одарил их акхлом, разумом, знаниями, ильмами, различными органами, со свойственными только им функциями, красивыми формами, приятной ваниром, внешностью, ногами, например, мы не можем выполнять работу на руках, не можем ходить, мы говорим устами, видим глазами, слышим ушами. Для укрепления здоровья, для конца до конца жизни, данный им же Всевышний Аллах также создал соответствующие средства, множество разнообразных лекарств. Для производства этих лекарств и их использования он дал знания и способности медикам. Рассказывается, что пророк Сулейман, алейхиссалам, попросил Всевышнего Аллаха разрешить ему распределить риски пропитания между творениями в течение одного года. Всевышний Аллах ниспослал ему вахью откровение, в котором говорилось, что он не может, что он, Сулейман, алейхиссалам, не осилит этого. Тогда Сулейман, алейхиссалам, попросил Всевышнего Аллаха такого разрешения на одну неделю. Когда Аллаху Та'ала ответил ему, что и это ты не можешь, Сулейман, алейхиссалам, попросил такого разрешения хотя бы на один день. Всевышний Аллах исполнил его настойчивую просьбу, разрешил ему распределить риск и пропитание между творениями в течение одного дня. То есть Всевышний Аллах возложил на Сулеймана, алейхиссалам, на него возложил задачу обеспечить дневным риском пропитанием живых существ. Тогда Сулейман, алейхиссалам, поскольку ему было все подчинено, повелел джиннам и людям собрать и зарезать всю скотину на земле и сварить мясо в огромных котлах, и это все было поставлено на поле на земле, и его расстояние было. Это и также Сулейман, алейхиссалам, приказал ветру постоянно освежать, чтобы она не протухла. Вся эта еда была поставлена на поле, длина и ширина которой равнялись двухмесячной дороге. И тогда Всевышний Аллах спросил Сулеймана, алейхиссалам, после этого морских животных пригласить сначала в гости или земных. Сулейман, алейхиссалам, ответил, пригласить сначала обитателей моря. Тогда Всевышний Аллах повелел одной большой рыбе, обитавшей в Средиземном море, сегодня поесть со стола Сулеймана, алейхиссалам. И тогда рыба сказала Сулейману, алейхиссалам, «О, Сулейман, я слышала, что ты накрыл стол для гостей, так ли это?» Тот ответил, «Да, это так». Рыба села всю еду со стола Сулеймана, алейхиссалам, от одного конца до другого,
и, не наевшись, попросила: «О, Сулейман, дай мне еще, хочу поесть до сыта». «Ты села все и еще не насытилась», упрекнул ее Сулейман, алейхиссалам. Риба ответила: «О, Сулейман, алейхиссалам, разве так отвечают гостю, которого пригласили в гости?» И затем добавил: «О, Сулейман, алейхиссалам, каждый день мне требуется еды в 3 раза больше, чем ты приготовил. Сегодня ты оставил меня голодной». Тогда пророк Сулейман, алейхиссалам, упал вниз, совершал сужда перед Аллахом и произнес: «Субхан аль-мутакаффили биарзаки аль-хадайки мин хайту ла яламун», что означает, что только Всевышний Аллах дарует риским пропитанием, и другой никто не в силах этого делать. Упомянутые ни'мати являются земными благами, эти явные блага называются их неявными благами лагер. Что касается ни'мати скрытия, которым Аллах одаряет рабов своих, то их очень много. Они велики и важны. На этом свете это является освящением сердца, и на том свете это прощение грехи и получение рая и райских благ, высоких степеней даража в раю. Да сделает Всевышний Аллах нас всех по величайшей милости рахмат, всех нас из тех, кому уготовлены таких ни'матов, райских ни'матов. Да направит Всевышний Аллах на путь истины. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатуху.